Мне такого сезона за всю жизнь не было. Вся страна полыхает. У меня шестого нет. Без шестого нельзя. Ну, а ты возьми одного из этой толпы и сделай из него толкового и внимательного. Инструктор ты или кто? Все. Сейчас полетаем. Это кто? Молодой человек. Из нового набора. Пап, мне не 15 лет. Если я тебя еще раз рядом с ней увижу, полетишь один домой. Алексей Павлович! Нас расформировывают. Вас отстраняют. Пожарный зачем пришел? Буду служить и защищать. Ты теперь в моей группе будешь служить и защищать. А этот Армагеддон нафига? Полетели? Вы меня сюда позвали, чтобы я типа с вами полетел, пожар увидел и понял, что профессия это с огоньком, да? Типа обжегся и домой свалил, так что ли? Я не испугливый. Молодой, ты там чего, гнездо вьешь? Все нормально, нормально. Отдыхаю. Огонь между мной! Ничего не спасешь, а люди погибнут. Из деревни нужно уходить уже. Как ты там? У тебя все нормально? Ни спутник, ни мобильный не отвечает. Там что-то произошло. Огонь сзади! То, что тебе страшно, это видно.